Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, и это уже 16-й выпуск нашей рубрики Форд ФИФА, последний сезон, сезон Тоти. Итак, с этого выпуска мы решили все-таки умножать все, что мы соберем, на 2. С последующим выпуском мы будем умножать на 3, на 4 и так далее. Итак, у нас осталось еще 43 игрока из французской лиги, тогда мы получим Килиана Мбаппе. Его Тоти карточку осталось 32 бельгийца, мы получим Кевина Де Брюйна и 69 хорватов. Их очень тяжело поймать, поэтому мы будем вот так вот этими умножениями добивать наши ачивки, наших игроков. Также осталось у нас еще 2 игрока, которых мы не поймали, это Марсело и Давид Де Хея. Ну что же, в самом начале мы переходим к 10 золотым игрокам, потому что в самом начале мы открывали по 5, но теперь мы их умножаем на 2. Итак, первый золотой игрок. Нет. Последний золотой игрок. Нет. Ну что ж, друзья, пока что вот так вот выглядит наша команда. Действительно, нам осталось буквально 2 игрока. И тем более Марсело нам поднимет химию. Так же, как и, скорее всего, Давид Де Хея, потому что он даст сразу линк и Рамосу, и Ван Дайку. Ну, а Марсело, так как игрок Реала, даст линку Рамосу, и Неймару, так как бразилец. Так что чуть у нас, может быть, 60 с чем-то да и будет сыграно с тем. Ну, а пока что переходим к первой игре Fortnite. Ну что же, 40 золотых игроков мы получаем по-обычному, и теперь их умножаем на 2 и открываем сразу же с первого открытия 80 золотых игроков. Итак, первый золотой игрок. Нет. И последний игрок. Нет. Ну что ж, друзья, пока что никак не продвигается. За все эти 80 игроков, которых мы открыли, нам выпало буквально там 2 хорвата и по одному игрока из французской лиги и одному бельгийцу. Это очень мало. И вот такое предложение. Если нам выпадает икона, то мы по одному игроку из каждой ачивки убираем просто. И так, мне кажется, хоть как-то мы будем продвигаться. Но пока что мы переходим ко второй игре Fortnite. Итак, друзья, занял я 8 место, пережил 92 соперника, за это получаю 46 золотых игроков. Ну что ж, друзья, за пережитых 92 соперника мы получаем 46 золотых игроков, и сверху мы еще получаем 20 за то, что заняли топ-10. Итого мы получаем 66 золотых игроков, это мы по-обычному получили, и еще умножаем на 2, итого 132 золотых игрока. Надеюсь, хоть за это открытие нам что-нибудь да и выпадет. Но мы помним, что нововведение у нас, если получаем мы икону, то у каждой ачивки мы отнимаем по одной единице. Так, мне кажется, мы быстрее закончим эти ачивки. Итак, первый золотой игрок. Нет. Друзья, и нам снова выпадает Лука Модрич. Мы не можем апнуть его карточку. Но давайте сделаем так, что он у нас как будто 93-й теперь стал. И мы просто отнимем то, что нам нужно было поймать, еще 66 хорватов. Мы получим теперь 56. Еще нам останется. Итак, следующий игрок. Нет. И последний золотой игрок. Нет. Ну что ж, друзья, большое вам спасибо за просмотр. Нам осталось буквально 52 хорвата, и мы получим у Лука Модрича карточку Тоти. Осталось 21 игрока из французской лиги, мы получим Килиана Мбаппе. И осталось 25 бельгийцев, мы получим Кевина Де Брюйна. Следующего выпуска будет новая
улучшение для нас и немножко послабление для нашего все-таки вот таких правил. И будет нам, скорее всего, легче поймать и Марсело, и Давида де Хея. Так что подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать следующий видеоролик. С вами был Андрей и канал «Футбол – это жизнь». До новых встреч, друзья. До свидания.